РЖД пересчитали стоимость строительства высокоскоростной железной дороги Москва-Казань. По информации РБК «Дели», магистраль подорожала на 140 миллиардов рублей. Стоимость дошла до 1 триллиона, 60% из которых выделит государство. Оно уже станет основным собственником проекта, передав всю инфраструктуру в аренду РЖД. Проект может не окупиться даже за расчетный срок 40 лет. Напомню, что длина магистрали Москва-Казань 770 километров. В распоряжении РБК «Дели» оказались организационная и финансовая модели проекта строительства ВСМ-2. Из документов следует, что стоимость строительства 1 километра дороги составит более 1 миллиарда рублей, вместо ранее предполагаемых 900 миллионов. 50 миллионов из этой суммы уйдет на закупку поездов. Опубликована и предварительная стоимость проезда. 3,5 часа дороги из Москвы до Казани обойдется в 3800 рублей. От Москвы до Чебоксар можно будет доехать за 3500. По новой магистрали могут быть запущены поезда «Сапсан» и скорые электрички.